Поднимаюсь на гору над Назаретом. Вот внизу Назарет. 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 Назарет с вершины смотровой площадки. Так, пожалуйста, господа. Там дальше Израильская долина. И город, арабский город. У его подножия будет город Мегиддо. Там будет Армагеддон. Последняя битва. Пшеничные поля, очистительные пруды и вдали горы Самарии. Шамрон. Ельская долина и Самария. Гора Фавор. А наша гора Табор. Вот тут была битва Двойры и Барака против Хананеев. А там дальше город Мегиддо, Израильская долина. И вдали горы. Горы Шамрона, Самария. Церковь Благовещения. Вот это сам город, арабский город, а это церковь Благовещения. Храм церковь Благовещения в Назарете. Где остался только самый нижний этаж, подземный этаж. По существу пещера, почему пещера? Об этом мы с вами позже поговорим, когда я вам покажу одну из назаретских пещер. Стоит дом, двор храма Благовещения. Церкви Назарета. Место, где было Благовещение. Второй этаж. Это алтарь. Алтарь Преображенской церкви. Богородица в Назарете. Сейчас тут у них месса. А сейчас смотрим иконы разных народов. Японская Богоматерь. Почти как японский городовой, узкоглазая. Церкви Благовещения, церкви Богородицы. Симпатичный чисто израильский пейзаж. Пещеры, рукотворные пещеры, известняковые, на которых стоит весь Назарет. А наверху церковь. Города. Верхний Назарет, Назарет или Крестий город.
на которой стоят вот эти красивые дома справа, современные, называется Арьяна. То есть это гора пророка Ионы. Пророк Иона родился на этой горе. Так говорит традиция. Но все равно с этим куполом. А чуть поодаль видны будут две колокольни католической церкви с зеленым навершием. Обе церкви, он промелькнул справа, а за ним две зеленые колокольни. Вот сейчас видно.